Всем привет, меня зовут Рома. Сегодня лето и охота чего-то прохладного. Расскажу вам, как делать полезное и вкусное мороженое. Вы сделаете мороженое, нам понадобится 70 грамм малины, 200 грамм сливок и чайная ложка сахарной пудры. Первым делом нужно сливки вылить в мир. Гроша, все так, как всегда, просто счастье и беда, но кто-то скажет, не везет пропасть. Взбиваем до плотных пик. После того, как взбили сливки, засыпаем сахарную пудру. Где вопросы, где ответ? Эй, ла-ла-лей, что не говори. Эй, ла-ла-лей, то ли верить, то ли нет. Эй, ла-ла-лей, но Бог тебя хранит. Весь мир за окном, чужая жизнь тебе не дом. И твой сапог были дорожные, утонул опять. Сны так далеко, и ты расстанешься легко. Но кто-то скажет, сколько можно ничего не ждать. После того, как сбили сахарную пудру, засыпаем малину и также взбиваем миксером. Где вопросы, где ответ? Эй, ла-ла-лей, что не говори. Эй, ла-ла-лей, то ли верить, то ли нет. Эй, ла-ла-лей, но Бог тебя хранит. А теперь обрезываем пенис. Это очень вкусно. Если у вас есть открепляющие венчики, можно открепить и обрезать. Если нету, не обрезывайте, а просто помойте. Или просто так обрезывайте. Без открепления. Вот так получается. Вкус очень вкус. Мороженое готово к заморозке. Мороженое раскладываем по формочкам, по любым, и вставляем в палочки и в морозилку. Сейчас мы взяли вот таких 5 мороженых. Сейчас мы отправляем в морозилку. Если остатки, можно съесть. Если у вас ребенок хочет есть, пусть ест. А если вы хотите, ешьте. Мы поставим морозилку на 3 часа. Прошло 3 часа, мороженое можно достать. Мы окунаем и достаем из стаканчика. Да, в теплую воду.